Вітаю телеглядачів Суспільного. В ефірі «Дебати Запоріжжя». Проект, під час якого ми в цій студії обговорюємо соціальні, а подекуди і табуйовані теми. Сьогодні одна з таких – необхідність чи небажаність ведення статевої освіти в українських школах. За радянських часів розмови про секс вважалися неприпустимими і розпусними. В Україні наприкінці 90-х, початку нульових, у школах відверто говорили про небезпеку ВІЛ-СНІДу у 5 класі. Але після хвилі невдоволення батьків та релігійних організацій уроки скоротили, підручники переписали. Між тим, ситуація із ВІЛ-СНІДом в Україні невтішна. За даними ЮНІСЕФ, більшість українців інфікуються ВІЛ-СНІДом у віці від 15 до 30 років. Дитячий фонд ООН доповідає, якщо не буде поліпшено охоплення молоді профілактичними заходами, кількість випадків інфікування ВІЛ серед підлітків зросте з 250 тисяч осіб на рік у 2015 році до приблизно 400 тисяч осіб у 2030-му. Також слід зазначити, що Україна посідає 5-те місце у світі за кількістю абортів. Згідно даних Міністерства охорони здоров'я України, у 2018 році було зроблено 46 552 аборти. Згідно із даними 2016 року, в Україні неповнолітні народили 4890 дітей. У 2015 році на державному рівні спробували поліпшити ситуацію із секс-освітою. У Верховній Раді було зареєстровано законопроект про молодь. У пояснювальній записці до нього уточнюється необхідність неформального навчання, у тому числі і сексуальної освіти. Але з 2016 року документ знаходиться на доопрацюванні. До того, у 2010-му було провалено спробу щодо введення окремої шкільної дисципліни «Сексуальне виховання». А поки маємо те, що маємо. Кількість слів про інтимні стосунки можна побачити в одному-двох параграфах підручника «Основи здоров'я», де про секс розповідають поряд із оповідками про шкідливі звички та їхні наслідки. А 13-14-річним юнакам та дівчатам пропонують читати діалоги двох гусениць, одна з яких ще не готова перетворитися на метелика. І це при тому, що, згідно із дослідженнями, кожен четвертий підліток починає інтимне життя у віці 12-14 років. І представляю наших сьогоднішніх спікерів – Олена Силакова, психотерапевт, секс-тренер, та Олег Корольов, депутат Запорізької міської ради. І поки нагадаю правила дебатів. Вони відбуваються в три раунди. Під час першого раунду ви заявляєте свої позиції, маєте по 2 хвилини на це. Під час другого раунду ви задаєте по 2 запитання по черзі своєму опоненту. І під час третього раунду вам задаю запитання я від імені редакторської групи. Отже, починаємо з вас, пані Олено. Чи варто вводити сексуальну освіту в українських школах? 2 хвилини маєте. Я постараюсь уложиться. Спасибо за предоставленную возможность. Конечно же, я считаю, что в школе нужно вводить предмет или факультативно рассказывать и просвещать детей на тему секса. Утверждаю по следующим причинам. Ну, прежде всего, я работаю со взрослой аудиторией. И я вижу, как взрослые женщины, мужчины, которые уже находятся в браке, которые уже сами имеют своих детей, как они часто бывают невежественные, абсолютно беспомощные в вопросах сексуального взаимодействия. А ведь секс – это, если взять трехкомпонентную теорию любви Стернберга, да, секс, страсть – одна вершинка, треугольника отношений, близость, интимность – вторая вершинка. И в третьей вершине – преданность, обязательства. И секс – это первый вектор, который, толкает мужчину навстречу женщине, или наоборот, да, и является базой для здоровых, длительных, развивающих, интересных отношений. Вот. И в силу того, что наша психосексуальная, сексуальность начинает развиваться в 2,5-3 года. Но этот период до 9 лет, когда еще родители, когда еще семья своим примером, какими-то там образцами поведения, рассказами, чуткостью, внимательностью к вопросам и так далее, может
помочь ребенку сориентироваться в этих вот вопросах сексуального взаимодействия или проявлений взрослой жизни или там в животном мире. А после 9 лет, конечно же, уже родители утрачивают авторитет у ребенка, да, и на первый план выходит школа, подростки, ну, то есть друзья и, ну, в общем, да, ну, и авторитетные взрослые, которых уже ребенок сам себе назначает. Вот, и поэтому очень важно, на мой взгляд, вот как раз 9, 10, 11 лет, тот период, который является, ну, благодарным, что ли, да, для начала психосексуального там воспитания, развития в школе, вот. Зрозуміло, дякую. Пане Олеже, тепер до вас те ж саме запитання, чи потрібно розповідати в українських школах дітям про секс? Дві хвилини. Я считаю, что не так начну. В моє время, я помню, была такая, такой предмет «Этика и психология семейной жизни» и было «Основа здоровья». Я не скажу, что уже очень сильно там все интересовались этим предметом, и он был достаточно грамотно преподаваем, но на сегодняшний день сводить коммуникацию мужчины и женщины, коммуникацию в социуме, коммуникацию детей друг с другом только к сексу, ну, это по меньшей мере просто глупо. То есть, если предмет какой-то и может быть, который может затрагивать какие-то интимные сферы, то он должен быть комплексным. Комплексный предмет затрагивает отношения мужчины и женщины, отношения мужчины к группе женщин, отношения женщины к группе мужчин, как они взаимодействуют, как они общаются, как мужчина должен проявлять внимание, как женщина должна отвечать или не отвечать, как они вместе должны принимать решения, как строить семью. И очень много таких нюансов, в котором секс – это просто одна из составляющих. Возможно, для кого-то очень важное, а для кого-то нет. Но навязывать сексуальное образование как единственное верное, не затрагивая все сферы, ну, это называется, мы переходим к каким-то животным отношениям, в котором каждый получает удовольствие тогда, когда он хочет. Я категорически против этого. Либо это должна быть комплексная система, либо это комплексный подход, системный подход, который бы научил людей общаться друг с другом, высказывать свое мнение, выслушивать чужое, высказывать свои желания, учитывать желания других людей. Либо не нужно этим заниматься совсем, потому что если заниматься выборочно, ну, мы получим рано или поздно шведские семьи, абсолютный разгул, разгул в сексуальной сфере, и потом будем думать, как же с этим бороться. Без сомнения, возможно, мы уменьшим какое-то количество ненужных или незапланированных абортов, но мы получим совсем другое, то, о чем мы еще даже не знаем. Я думаю, не знают даже на Западе. Пане Олеже, уточните, я правильно розумію, що ви схильні до, скажімо так, етичних тренінгів чи етичних пар? Більше про етику говорити у етика, психологія сім'ї, що таке сім'я, то есть як взаємодіють в сім'ї люди, зачем сім'я нужна? Якщо сім'я – це фундамент, в якому люди вчаться общатися, в якому ростять дітей совместно, вдвоєм йдя по житті, то да. А если только сексуальные отношения, как лечь, в какую позу стать и что делать, и на этом все обучение заканчивается, ну, я считаю, что это очень, очень узко и даже некрасиво. Зрозуміло. А від кого тоді дитина має отримувати знання про секс? Ну, на нинішньому етапі, допоки ми будемо йти до комплексної освіти в цій сфері. Від батьків самостійно чи від друзів? Як вирішити? Ну, конечно же, от родителей. Від батьків. В первую очередь от родителей. Поймите, 20 веков от Рождества Христова все как-то жили, создавали семьи, рождались. И сказать, что это была огромная проблема, ну так можно сказать и о том, что мы дышать не умеем, в принципе. То есть все как-то происходило. И как-то обучались, как-то узнавали, как получать удовольствие, как общаться друг с другом. Без сомнения, в этом есть очень большие пробелы. Да, есть какие-то там вопросы чрезмерного насильства, вопросы непонимания каких-то нюансов или зачем семья, например. Да? Люди хотят вступать в брак, не вступая в брак, не создавая семью. Пожили вместе, разошлись. 1, 2, 3, сколько у тебя было парней? 7, а сколько у тебя было девчонок? Ха-ха, больше 100. То есть, ну, я думаю, что это, ну, такой поверхностный подход, как вот стрекоза, да, полетала-полетала, лето красное пропело, обернуться не успела,
а зима катит глаза. А вот приблизительно здесь та же самая история. Але уточню останнє. Секс-освіта в чистому вигляді – це веде до розпусти. Так. Правильно? Зрозуміло. Дякую, пані Олено. Можливо, у вас є якийсь коментар? 30 секунд максимум, якщо є. А, ну я в словах Олега. Да, да, слышу все основные возражения, с которыми я сталкиваюсь, да, когда я, скажем, приглашаю родителей принять участие в лекции о психосексуальном развитии детей, которую я провожу, ну, как вот на, как подвижница, что ли, да. То есть я уже сказала, я работаю со взрослой аудиторией, сталкиваясь с тем, что я слышу, вижу, и ну, в их исполнении понятны результаты, которые вот это невежество ну, привносит в их жизнь. Чаще всего это конфликты, разводы, травмы, драмы и масса негатива. Вот. И поэтому, да, вот это вот, даже я записала, да, как-то мы узнавали, где-то мы слышали, как-то вот само пришло. Это, ну, скажем, такая позиция. Передача ответственности своей собственной, там, вот, взрослого такого части населения, да, которая, по идее, должна как бы заботиться о том, с какими образцами вырастают молодые люди, да, о своем будущем, о своем будущем, потому что это будущее, вот как бы, да, эти молодые люди потом будут нам возвращать разными там благами, удобствами, комфортом, отсутствием войны, миром, там, ну и всего, такими глобальными вещами, о которых, думаю, заботится, ну, каждый взрослый человек. Зрозуміло. Пані Олеже, можливо, вам є ще щось додати до реакції пані Олени? Знаєте, от простий, елементарний вопрос. Хочеться задати, в принципі, всім родителям. Якщо ви, например, в каком-то направлении сексуальном, да, чего-то не знаете, вам мешает ваше незнание или возможность его высказать и пообщаться со своим партнером. Мне кажется, что больше мешает стеснение, незнание, непонимание, как строятся взаимоотношения, нежели то, что происходит физически в сексуальном плане. Это из серии «Вышел на улицу», на тебя упал орех с дерева, виноват орех, виновато дерево, дерево спилить, и все, что вокруг, тоже виновато, неправильно благоустроили, деревья растут там, где ходят люди, и начать вот заниматься вот такими вот непонятными вещами. Вместо того, чтобы просто как бы, ну, быть с природой и в симбиозе, да, ну и понимать, что есть, да, деревья растут, да, с них что-то падают, плоды, не ходи по деревьям. Или договорись с деревом, да, ну в данном случае это со своим партнером. Разговаривай, общайся, что у тебя получается, что нет, что ты знаешь, что ты нет. Если будет диалог и понимание, умение выслушать и культурно выслушать с уважением, то я думаю, ну, все вопросы остальные будут решены. А по вопросам, конечно, какого-то сексуального незнания можно ходить к психологам, но то они и есть, для того, чтобы подсказывать какие-то вещи, где вдвоем невозможно разобраться. Зрозуміло, дякую. Продовжимо дискусію в другій частині наших дебатів. Під час другої частини учасники задають запитання один одному по черзі. Пане Олеже, розпочинаємо з вас. Ваше запитання своєму опоненту. У нас дуже багато підростків в країні, дуже багато шкіл. Введення такого предмета, як сексуальне образування, так или иначе подразумевает о том, что его кто-то должен преподавать. Кто у нас в стране готов и может преподавать этот предмет? Пані Олено, 3 хвилини на відповідь. Отличный вопрос. С кадрами, я думаю, есть сложности в любой сфере. Это как бы начало моего ответа. Да? То есть я когда-то работала в кадровой компании по подбору персонала и столкнулась с тем, что хороших специалистов не хватает нигде. Но это не значит, что их нет. Вот. И, скажем, сейчас очень много предложений пройти повышение квалификации там, и психологам,
и ну, специалистам смежных профессий, тем же самым как бы учителям. То есть сейчас вот формат онлайн-обучения настолько доступен, что просто только ленивый не воспользуется такой возможностью, потому что они действительно сейчас их очень много. Это первый момент. Второй момент, то, с чем я столкнулась, дело даже не в том, а специалист какой может проводить обучение. Да? Ну и я бы немножечко расширила вот эту вашу формулировку «сексуальное образование» на «психосексуальное развитие», потому что вы немножечко как бы ограничиваете, да? Уже самой постановкой вопроса, ну вот саму тему изложения. Скажем, секс – это всего лишь одно из проявлений нашей сексуальности. А сексуальность – это гораздо больше. То есть это и умение разговаривать с партнером на тему секса. Ну, понятно, не только на тему секса, но в том числе и на нее тоже. Да? Это и уверенность в себе. Ну, если мы говорим о сексе, понятно, все это будет связано как бы, да, с областью сексуального взаимодействия. Так вот, это и уверенность в себе как в сексуально привлекательном объекте. Это и теоретические знания, ну, такая осведомленность, да, на тему секса. То есть нормальная, проверенная, качественная теория. Все, что есть на эту тему с точки зрения медиков, там, психологов, там, терапевтов, тех же самых сексологов. Да? Ну и эта часть должна быть в базе человека, который ну, вот, готов там, к сексуальной жизни, к семейной жизни, к взрослой жизни. Ну, часть его зрелой осознанной сексуальности. Что туда еще входит в сексуальность? Ну, конечно, набор техник, практик, поз, как бы изволили заметить, да, конечно же, умение получать удовольствие от процесса сексуального взаимодействия, психологически себя комфортно чувствовать во время секса, не испытывая стыда и вины. Ну и, понятно, там широта диапазона приемлемости техник, да, то есть насколько для человека, ну, он толерантен, что ли, да, насколько, как бы, ну, он спокойно относится к различным проявлениям сексуальности. Это вот... По-моему, я все перечислила, да, показатели нашей сексуальности. Эти показатели относятся и к мужчинам, и к женщинам. Вот. А само действие, да, секс, активные действия, конечно же, они подразумевают, ну вот, да, это лишь вот такой уже, выжимка, как выверата. Ну, то есть это уже конкретика, да, с конкретным человеком, в конкретном контексте, исходя из собственных конкретных желаний. Добре, пані Олена, а уточніть, який викладач, можливо, має більш переваг при перенавчанні, перекваліфікації саме і займатися статевим вихованням дітей? Можливо, вчитель біології, чи психолог, чи хто з цих викладачів? Прежде всего, человек, у которого у самого хорошее отношение с собственной сексуальностью. Тобто все те, що ви перераховували? Да. Зрозуміло. То есть, когда у него это все там в норме, он совершенно спокойно, или она смогут разговаривать об этих всех вопросах, деликатных, интимных, пикантных, то есть, ну, не покрываясь там пятнами, да, не заикаясь, и предоставлять нормальную, грамотную, проверенную информацию, подтвержденную его личным опытом, а не просто как бы академическими теоріями, которых, ну, сейчас очень много можно прочесть. Зрозуміло, дякую. Пане Олеже, можливо, у вас є коментар до відповіді? Мені все-таки хочеться сказати, що когда мы отдаем своих детей в школу, и их там чему-то учат, математика понятна, физика понятна, биология, анатомия понятна. Непонятно, насколько готов преподаватель преподавать этот предмет. Не будет ли он навязывать, потому что тема очень, очень будет хорошо восприниматься подростками. Не будет ли этот преподаватель навязывать свою точку зрения? К примеру, ну, все мы люди, даже преподаватель, человек. И когда он будет говорить о предмете или о тех или иных отношениях, он будет высказывать в основном свою точку зрения. Если человек в разводе, и это женщина, в большинстве случаев будет говорить, что все мужчины сво. Если это мужчина, у которых, например, нет семьи, как он может учить о семье, о сексуальных отношениях, о том, чтобы построить гармонию вообще между мужчиной и женщиной? Ну, этого априори быть не может. И поэтому очень много нюансов. Поэтому, преподавая этот предмет,
дети будут подвержены атаке именно личного опыта того или иного преподавателя, а не преподавания самого предмета. Пані Олено, можливо, ваш є коментар і реакція на коментар пані Олега? Коротко, будь ласка, максимум. Ну, я постараюсь, конечно, коротко. Я, конечно же, да, проводила лекцию вот о психосексуальном развитии детей для родителей. И вот у меня был совсем недавно опыт, когда я проводила ее и для девочек. Сидели мама-дочь, дочерям было 15 лет. И, ну, это был их смелый поступок, конечно, с обоих сторон. Ну, а я такая вот была внимательна к реакциям, проявлениям. Отвечая на ваш вопрос, да, смотрите, ну вот девочки говорят, да, нам в школе это все рассказали. Я задаю вопрос, хорошо, вам рассказали, что такое мужская эрекция? Ну, я начинаю, да, рассказывать о том, что прилив крови, там, наполнение пещеристых тел, кровеносно-сосудистая система, весь цикл там сексуального отклика. Ну вот. Короче, я вкратце, да? Я без подробностей. Какое, ну, скажем, да, людям понятно теперь стало, вот откуда это все берется, да. Понятно, что дальше я могу там рассказывать, как быть внимательной к мальчикам, к мужчинам, к подросткам, трезвыми, нетрезвыми, когда вот вы видите эти признаки, да, там я могу, возможно, напугать или драматизировать, да, если у меня был печальный опыт неудачной жизни, как меня там саму, кто-то соблазнил или нанес, не дай бог, травму. Вот. Ну, если я ответила на вопрос, да. То есть вещи, которые ну, абсолютно, да, объективно существуют, независимо от моего отношения к нему, да, точно так же, как есть половое развитие, которое начинается в определенном возрасте. Я не могу повлиять силой ума, там, мысли, ну, да, какими-то своими там предпочтениями на то, что все равно в определенном возрасте у меня там начнут формироваться вторичные половые признаки. Точно так и здесь. Есть вещи, которые всем нужно знать, как азбуку, как правила математики. Ну, а есть те, конечно же, которые окрашены неким отношением уже самого излагающего этот материал. Но это две разные вещи. Зрозуміло. Дякую, пані Олено. Тепер ваше запитання до свого опонента. Я не подготовилась. Я прошу прощения. Нет, ну, мне просто любопытно. Вы мужчина, да? И, ну, априори считается, что у мужчин больше интереса там к теме секса и всего остального, да? И, на мой взгляд, кажется, было бы логично, что со стороны мужской там части населения была бы поддержка в этих движениях, чтобы там девочки, дочери, ну, спокойно, плавно узнавали этот процесс и легко входили в него. Потому что вот я, да, еще заметила этот ваш, откуда вы взяли, что чем вот это вот утверждение прозвучало о том, что если человек, чем раньше как бы он узнает о теме секса, тем больше вероятности, что он испортится и, ну, человек, мальчик там или девочка, и, ну, вот станет, как на Западе, да, там, членом шведской семьи. Ну, откуда это? Можливо, конкретизуйте запитання більше. Эти стереотипы, они очень сильно зиждятся на, ну, слухах, домыслах, да, и вот, мне так кажется. А если вот заняться этой темой поплотнее, то будет больше позитивного отношения и разрешения, что ли, этим всем заниматься. Я так розумію, конкретизую трішки, доповню вас, запитання саме, звідки ці стереотипи? Да. Да. Пане Олега, вже звідки ці стереотипи? Стереотипами не считаю, если, ну, в нашем обществе, во всяком случае, не буду брать какие-то другие, в том, в котором я жил, и в государстве Украина, в котором есть некий фундамент и были какие-то фундаментальные принципы. И мы себя ассоциируем с украинцами не потому, что мы живем на территории Украины, потому что у нас есть определенные традиции, в том числе и семейные. И у нас принято было, да, что, скажем, до 16 лет девочки в брак не вступают, не рожают и так далее. Подростки, которые интересуются темой там сексуального воспитания, например, там это 12-13 лет. Но это никак не 5 лет, не 7 лет и не 4 года, чтобы в детских садиках выдавали какие-то книжки.
о том, о сексуальных отношениях и пытались их внедрить, да, там, первый или во второй класс. Ну, это абсурд, непонятно зачем. То есть, если вы хотите рассказать про анатомию, чем отличается мальчик и девочка, так, ну, есть предмет, он называется анатомия. Пожалуйста, рассказывайте, никто ж не против. Если вы хотите свести только все на, ну, или тех, кто пытается протолкать этот предмет, скажем, для того, чтобы его в школах преподавали, свести только к физическим отношениям, то опять же вы же сами говорите, что это не только физическое отношение. Это отношение достаточно психоэмоционального уровня, отношение душевного уровня друг с другом, не только физического. Но так зачем тогда этот предмет называть сексуальное воспитание? Секс — это пол. Мы говорим о половом воспитании. Зачем предмет вводить там, на 2 или на 3 года? Рассказать, чем отличается мальчик от девочки, как поступает или как происходит эрекция, или как мальчик реагирует на девочку, для этого не надо ни 3, ни 5, ни 25 лет. Это достаточно просто. Но если мы говорим о сложных отношениях, о отношениях, где мы общаемся друг с другом, пытаемся коммуницировать, пытаемся понять, почему мы нравимся друг другу, или пытаемся проявить любовь, заботу, взаимопонимание, влечение каким-то образом, но этому нельзя научить. Каждый человек, он разный, он по-разному это проявляет. Кто-то более грубо, кто-то более стеснительно, кто-то более уважительно, кто-то более напористо. Но этому невозможно научить. Ну, это то же самое, что учить птицу летать. От того, что мы знаем, как птица будет летать, введем этот предмет, она машет крыльями, у нее такие вот перья, они цветные, еще какие-то, птица все равно будет летать. Знаем мы это или не знаем, будем мы это изучать или не будем. Птица взяла и полетела. Вот приблизительно здесь так. Поэтому, говоря о стереотипах, я говорю все-таки о том образовании, о том фундаменте, который был в нашей стране. Поэтому обвинить кого-то или меня в том, что я против чего-то. Я просто жил в этой стране, так было всегда. И более того, я читаю Библию, и там тоже написаны определенные вещи, которые недопустимы. Они просто неправильные. Я не говорю там про современное общество, а просто вещи, которые неправильные. Когда там мужчина спит с мужчиной или женщина с женщиной, мы начинаем рассуждать, почему. Я не знаю. Завершить опанула. Да, я не знаю, почему так прописано в Библии, или почему так сказал Бог, кто верит в Бога, или почему есть верующие люди. Но я знаю одно, что весной все бегут, что-то святят, Пасхи, машут веточками, считают себя верующими. А когда касается вопрос того, что давайте придерживаться того, что написано в Библии, ау, никого нет. Мы никого не видим, вдруг резко все становятся современными. Пані Олено, можливо, у вас є коментарі, якщо є, то 30 секунд максимум. Ну, вот это вот утверждение, разве можно учить птиц летать, часто слышу от мужчин. Почему-то я сейчас не хочу, да, вот быть такой сексисткой, да. Но именно мужчины таким образом возражают. Все дело в том, что сексуальность, да, женская и мужская, это две большие разницы. Это я всегда на тренингах говорю, да, представьте себе баобаб и мартышка, которая по нему бегает, да. То есть это не то, что мы там мужчина с Марса, да, а женщина с Венеры. Еще раз, да, это вообще две разные истоты. Поэтому если для мальчиков все, ну, немножечко проще, больше разрешения общества там делать, что им хочется, больше активности, агрессивности, ну, как бы, да, вот таких больше разрешений. У девочек больше все завязано на отношениях. Отношения к себе, к мальчику, к тому, что между ними происходит, да. Это я к тому, что птицы птицами, а вот для женщин проявление сексуальности, ну, это совсем не то, что для мужчин. Ну, если я просто пытаюсь уложиться в 30 секунд. Это, да, две большие разницы. Вот, поэтому с точки зрения вот, мужчины, вот, это немножечко выглядит по-другому, чем, ну, не с точки зрения, а из жизненного опыта. Розуміло. Пане Олеже, ваше друге запитання до свого опонента. С какого возраста вы считаете необходимо вводить в школах сексуальное воспитание, и какое оно, если оно разное, в зависимости от возраста? Пані Олено, три хвилини на відповідь.
Ну, я уже сказала о том, что до 9 лет еще как бы ребенок пользуется авторитетом взрослых, и они могут самостоятельно участвовать в его развитии. А дальше уже, ну, то есть, что такое, что там происходит в эти 9-10 лет? Происходит всплеск работы гормональной системы, то есть, чем сильнее половая конституция у человека, а это постоянная, врожденная характеристика нашей сексуальности, да, тем раньше начинается это половое созревание. Ну, то есть проявление вторичных там, половых признаков, соответственно, там, у девочек менструацию, у мальчиков полюции, у девочек грудь растет, там, характер волосения, голос, ну, в общем, и так далее, да. То есть они уже могут стать родителями, да. Еще при этом понятно, ценностная сфера совершенно не сформирована. И поэтому, конечно же, очень важно, на мой взгляд, да, вот именно касательно, ну, то есть, вот лекция, которую я читаю, да, там, ну, как бы, да, зачем я взяла компьютер, чтобы прям прочесть, перечислить эти точные знания, да, которыми должен обладать, ну, вот ребенок там такого-то возраста, такого-то возраста. Я могу прочитать, я могу вспомнить. Коли буде потрібна відповідь. Да, вот, то есть, ну, вот если я ответила на вопрос, с какого возраста, да, я объяснила, почему именно с этого возраста. С 9 лет. 9-10 лет, да, то есть, когда вот уже начинает вот это вот включаться в программа полового развития, то есть формирование тела. И очень важно именно объяснять детям, да, что происходит с их телом. Потому что я уже сказала, в силу того, что родители, вот опираясь вот на этот стереотип, что мы как-то же выросли, ну как-то же это все произошло, никто не умер, да. Девочки не знают, не предупреждены о том, что у них там менструации, пугаются этого процесса и думают, что она там умерла, раз из нее там кровь там пошла, а да. Кто должен был предупредить? Не мама ли? Мама ли? А если мама ли, а не, если мама ли не рассказала? То... Да, ну вот, я и объясняю, да, о том плачевном состоянии, в котором находится вот, воспитание детей в семье. То есть, да, родители перекладывают на школу, школа как бы надеется на то, что родители уже все рассказали, и в итоге дети там ищут сами эту информацию. А где дети ищут сами информацию? Они смотрят порно, и они обсуждают это все в своих там дружеских тусовках, если они у них есть, ну или как бы там в этих группах, которых сейчас множество, да, в интернете. А там ведь вся информация без цензуры, как вы понимаете, да? И вот кроме того, что с одной стороны это как бы чернуха, да, и все, что там есть на тему секса, все валится на ребенка, с другой стороны... Зашито. Да, с другой стороны, это деликатность, это как бы невинность, ну или страх родителей там, или школы вообще повернуться в эту сторону, каким-то образом как-то взять это, ну, управлять этим процессом хотя бы, начать попытаться управлять. Вот, ну и все в итоге, вот те цифры, которые вы перечислили, СПИД, беременности, дети, разбитые судьбы, покалеченные там, ну и так далее. Розуміло. І тепер, пані Олено, ваше друге запитання до свого опонента, будь ласка. Ну, хорошо, да. А как бы вы видели, как бы вы видели вот эту систему или подход, что ли, к тому, к этому психосексуальному там развитию, воспитанию детей? Пане Олеже, ви частково це згадували, але, може, конкретизуєте свою думку? Основи здоров'я, етика, психологія сімейної житті, анатомія на кожному на каждом этапе жизни, да, пусть даже это с 8, с 9, с 10 лет, вводить такие предметы для того, чтобы рассказывать ученикам, да, то, что вы сказали. То есть я на самом деле не против того, что нужно говорить и общаться, и рассказывать, и учить. Я против наименования сексуальное воспитание, то есть половое, половое, мозговое, физическое, еще какое-то. Может, мы все-таки, ну, посмотрим на себя как целостную систему. Человек все-таки гармоничен. Для того, чтобы изучить человека, не надо вырвать у него глаз и по глазу определить, кто такой человек. То есть есть руки, ноги, тело есть, голова. И поэтому нужно достаточно комплексно к этому подойти. Чтобы подойти к этому комплексно, нужно для начала научить преподавателей. То есть ввести определенные предметы, определенную манеру изложения этих предметов, научить 12 тысяч преподавателей, которые сейчас учатся в педагогических институтах.
потом потихоньку ввести предмет, как вы говорите, там, с 9 или с 10 лет, предмет, который будет рассказывать об анатомии, о том, как человек испытывает изменения в организме, как мужчина, или как мальчик, как девочка и так далее. И когда мы научим преподавателей, потихоньку введем это, мы посмотрим обратную реакцию, что стоило, что не стоило, тогда это можно говорить о каком-то воспитании, и это не займет ни год, ни два. Это очень большой или долгий процесс, особенно в нашей стране, в которой как бы раньше секса не было, да? А теперь мы резко его вводим. Ну, условно, это стереотипы, конечно, все, но ну, это процесс долгий. И этому всему нужно научить, чтобы я доверил своего ребенка или кто-то доверил своего ребенка, чтобы ему в школе рассказали, ненавязчиво, абсолютно с точки зрения да, нейтрального отношения к ученикам, к девочкам, к мальчикам, чтобы это все рассказали, нужно подготовить преподавателя. Подготовить преподавателя, это вначале нужна программа. Программа о том, что, как воспитывать, что делать, что такое семья, и ввести просто в это. То есть те люди, которые это будут должны читать, они должны сами этим жить, они должны это понимать, и им должно быть это интересно. Потом они смогут научить. Это как в любом другом предмете, в истории, в математике. Когда неинтересно преподают, дети не ходят. Им неинтересно, они не учат. Когда преподают интересно, когда это игровая форма, когда дети коммуницируют друг с другом, коммуницируют с преподавателем, есть ответная реакция, преподаватель что-то говорит, задание дает, они получают, они эти задания выполняют, получают ответную реакцию, похвалу от преподавателей. Есть коммуникация, интересно заниматься предметом. Так и здесь. Если это обычный предмет, а не какой-то специальный предмет, которому мы тайно будем отдельно девочек собирать, отдельно мальчиков или отдельно как-то аудиторию, и мы расскажем и покажем. На улице все расскажут и покажут. В мое время то же самое. Собирались, разговаривали, хихикали, анекдотики. Ну, ничего, как-то научились, вырос порядочным человеком. А кто-то нет, а кто-то лучше, кто-то хуже. Все мы разные, разные характеры. И поэтому все должно быть постепенно, грамотно, с нормальным здравомыслием, с человеческим подходом, с разумом и ну, на достаточно культурном уровне, чтобы мы не опустились на уровень животных. Зрозуміло, дякую. І на цьому ми завершуємо другу частину наших дебатів. Під час третьої частини запитання учасникам буду задавати я. І перше запитання до обох учасників. Яким чином і в якому віці ви самі дізналися подробиці про секс? Пане Олеже, вам перше слово. Шестой клас, як зараз помню. Яким чином? Хто розповів? От друзей. Від друзів. От що-то там хихикали, показували, карти принесли якісь, да, порнографічного характеру. І потім, я пам'ятаю, я дуже довго спорив, откуда я з'явився. Мені ж сказали, що из живота достали, а ребята, что, что? Вот процесс вот такой, вот так все происходит, совсем не из живота, ну и так далее. Я помню, я даже подрался на эту тему, потому что мне бабушка так рассказала, а я ей очень доверял. Ну, вот, так, на вашу думку, был. Можливо, якщо ввести статтею виховання, да, не буде таких випадків, угу. Коли ви, ну, там, маленька дитина буде неправильно розуміти секс, як з'являються діти, да, і уникнути таких ситуації добре, подрався або взагалі нічого не там розказали щось неправильні речі. Шостий клас, це скільки? 12, мабуть, далі? Тобто, ну, якщо з 9 ввели, нормально було б. Ну, тобто нормально. Не проти, але тільки не ну, как-то анатомически, пожалуйста, да, но не сексуальное воспитание в физическом плане, как делать, что делать, куда и чего. А в доповнення до вашої останньої відповіді, ви розглядаєте можливість, що з певним часом ми дійдемо до практики європейських країн, де там вивчають статтею виховання на прикладі моделей. Чи це вже занадто для України? Я не можу сказати, да, як буде розвиватися Україна і нормальна ли практика Європи. Мені взагалі кажеться, що ми за Європою доганяємо, але вспоминаю сексуальну революцію там, 60-х в Америці, ми чому-то к ней стремимося. Там вона давно вже пройшла, і навіть якась волна осуждення є, що це ну, некое таке от п'ятно було. Не скажу, що чорне, але було. От таке. От. І не скажу, що це дуже добре було. Це определенний опыт країни, вона його отримала. Зачем мы бежим за этим опытом, чтобы его получить и пройтись по тем же граблям, я не знаю. Почему наша страна не учится на ошибках, не выбирает самое лучшее, а берет все подряд, тоже не понимаю. Зрозуміло, дякую. Пані Олено, те ж саме запитання, яким чином і коли ви дізнались подробиці про секс? Ну, вы задали вопрос, а я стояла и вспоминала, когда.
по-моему, это было 7, ну, где-то там начальная школа. И на первом этаже было такое окно без занавесок. И мы играли, и все увидели, как молодые люди, мужчина и женщина, обнимаясь, зашли в эту комнату, сбросили одежды и, в общем, начали там вытворять. Ну, если это считается. Ну, не знаю. И мы как бы на это все смотрели, непонятно там. Это все как бы закрыли, а потом все там полезли еще, значит, смотреть эту щелочку. А мне было ужасно стыдно, я до сих пор вот это помню. А сколько це років було? 7-8. 7-8, зрозуміло. Mm-hmm. І вам також друге запитання, пані Олено. Ви згадували про порнографічні фільми. Чи можуть взагалі порнографічні фільми якимось чином замінити статеве виховання для дітей? Чи це несе колосальні ризики? Чи є плюси? Звісно, ні. Звісно, не може. Я об этом говорю всем, и мы взрослым, и родителям, ну, то есть и на тренингах, и на лекциях. Ну, вы же понимаете, да, что такое порно? Это бизнес. Бизнес, сделанный мужчинами для мужчин, чтобы они коротали там одинокие вечера, вот, и платили за это деньги. Конечно же, да, там совершенно искажены все моменты, ну, вот, связанные с сексуальностью, то есть о женских проявлениях, ну, с точки зрения мужчины, как бы это хотелось бы. То есть там реализованы все мужские сексуальные фантазии, но к жизни это не имеет никакого отношения. То есть я всегда говорю, я не против, чтобы все смотрели порно, при одном условии, если внизу будет там бежать строка, не пытайтесь повторить это в жизни там, ну или там с живой нормальной женщиной. То есть для взрослых людей это да, это может быть материалом для расширения поведенческого репертуара, диапазона приемлемости, но для детей это точно будет травмой и ну, задавать неправильные образцы поведения. Зрозуміло, дякую. Пане Олеже, до вас запитання як до депутата Запорізької міської ради. Чи були за вашу каденцію якісь обговорення в стінах міської ради саме про стате виховання дітей? Запровадження цієї практики в запорізьких школах? Чи необхідно, чи навпаки не потрібно? Знаєте, не слышав. Я взагалі да, не вхожу в комісію образування, я член комісії законности и регламента, я думаю, возможно, обсуждались эти вопросы на комиссии по вопросам образования. Но вот честно, положа руку на сердце, говорю, ни разу не слышал. Тоді також ще одне доповнююче запитання. Якщо, ну, ви припустите, так, що з часом Україна прийде до там, регулярних уроків про сексуальну освіту або там, про взаємодію чоловіка, жінки. Можна називати по-різному. Чи доцільно на цьому етапі, наприклад, ввести якісь факультативні заняття? І чи підтримали ви таке рішення про фінансування таких факультативних занять саме в запорізьких школах? Знаєте, вопрос очень хороший, но ответить на него однозначно да или нет невозможно. Зная, как работает в нашей системе вот сам фундамент, вот чиновники, бюджетирование, преподаватели как преподают, как вот это вот все взаимодействует, и почему-то результат всегда получается не тот, который хотели, мне тяжело сказать да. То есть в идеальных условиях да. Да, нормально это было бы. Единственный вопрос возраста и вопрос предмета о чем. То есть очень согласен по поводу порнографии, что ну, в возрасте там, подростковом она только исказит вообще понимание об отношениях. Во взрослом возрасте это делайте, что хотите. Но вот... Вопрос, как только начинается там, с министерства какого-то, что-то запускает, какую-то программу, там, учебники, видеоматериалы, учат преподавателей, которые жили вот, в стране, когда секса не было, теперь им придется преподавать, что теперь вот, что такое секс, рассказывать. Они сами стесняются, у них по 3 развода, и они будут пытаться учить детей, как же это все происходит. Ну, тут однозначно нет. Поэтому невозможно ответить на этот вопрос. Зрозуміло, дякую. Пані Олено, запитання до вас. Чи взагалі потрібно вводити, можливо, сексуальну освіту для дорослих? Ми багато згадували, що саме в дорослих є проблеми з розумінням, що таке секс і взаємодія сексуальна. Тож, чи потрібно вводити таку освіту для дорослих?
Яким чином це може бути реалізовано? Юрій, ну, я как бы вот занимаюсь дополнительным сексуальным образованием, да, то есть тренинги, которые я провожу, они вот так и называются. Дополнительное сексуальное образование там для женщин. И вот есть один для мужчин, но это уже моя такая авторская работа. Я, пробачте, уточню, я правильно розумію, що це ініціатива саме батьків, які до вас приходять? То вы имеете в виду взрослые, которые сами приходят ко мне учиться? Так. Да, ну разумеется, люди, которые там справились со своими страхами, вот стереотипы как-то уже поняли, что не работают, столкнулись с какими-то сложностями, или наоборот, когда все хорошо и хочется, чтобы стало еще лучше. И да, вот приходят сами, конечно, да. А как загальнонациональную практику такую, чи це... Ну, вы же видите, сколько напряжения, да, то есть тема секса, она эмоционально заряженная. И вот это вот вечный спор, сакральность, интимность, ну что, это дело двоих, то если туда попадет третий, как бы это все разрушит, это все обесценит, это все превратится в не пойми что, балаган там, холивар. А ведь, а я всегда говорю, делите, пожалуйста, разделяйте интимность, близость и секс. То есть я уже сказала, да, отношения любви, секс, близость, интимность, преданность, обязательства. Секс лишь одна вершинка, а есть еще вот две, и поэтому если просто ну, понимать, из чего складывается моя сексуальность, да, там, что в ней является врожденным, что является приобретенным, что поэтому, ну, об этом же, да, у партнера. То есть та же самая половая конституция, которая бывает сильной, средней, слабой. Если партнеры из разных ну, кучек, грубо говоря, да, категорий, они не смогут быть вместе. То есть сильная и слабая не уживутся. Этот параметр не важен на этапе влюбленности, но потом в постоянных отношениях проявляется в стрессах, в конфликтах и в разводах, в конце концов. От этого, понятно, и дети страдают, и все страдают, и все хотят быть хорошими, все хотят быть счастливыми, все хотят быть правильными, порядочными, да, и вдруг из-за неучета вот только одного этого, скажем, параметра, им просто это невозможно реализовать, ну, теперь сами судите, да, надо этому учиться или не надо, надо в это вникать или не надо. Ну, то есть, вот, это лишь один, как бы, аспект вот, проявления нашей сексуальности. Ну, и точно так же, как бы, все остальное. Зрозуміло. Да. Скажіть, будь ласка, говорили про освіту загалом, так, хлопчиків, дівчаток. Чи яка є правильною практика, коли будуть розповідати про секс, про статевих освіту, хлопчики і дівчатка, окремо чи разом? Ну, для меня это тоже какой-то вопрос, на который у меня еще нет ответа, да, но я могу поделиться опытом, скажем, моей коллеги, которая в Виннице преподает, ну, вот проводит психосексуальное развитие для детей, тоже факультативно. Я так поняла, что это обучение оплачивают родители и отправляют туда детей, ну, в общем, согласие родителей, там, учителей как-то при какой-то школе. И у них смежные группы, и они разбирают ситуации такие, вот девочка забеременела, что ей делать? И как бы и девочки там вот как-то, да, проговариваются, и мальчики участвуют. И, разумеется, в таком, ну, больше опыта, да, в таком обучении, когда видно и, ну, и мужскую точку зрения, там как бы женскую, да, и сложные ситуации, и цена вопроса, которая иногда, да, тот же самый безопасный секс, да, кто-то там пускает это все на самотек, а потом вот все это, ну ладно, там болезни, их сейчас все-таки уже научились лечить, ну, большинство, по крайней мере, а реально незапланированная беременность, да, и еще когда там, ну, и так далее. То есть это понятно, уже судьбы рушатся. А все это практика плохо. В европейских тех же краинах, например? Разом чи окремо? Вот, да, ну, то, что в европейских странах, я вот, да, распечатала тут прям доклад. Ну, Кочеряна, я думаю, что нам занадто, да, ну, я к тому, что из того, что я видела, я, если честно, ну, как бы так не углублялась прямо в этот вопрос, да, то есть меня было интересовала эта тема, как родителям рассказать об этом, ну, по крайней мере, хоть что-то рассказать, чтобы они меньше боялись этой темы и всего остального, да,
Ну вот буквально подготовил. Да, ну и я то, что я видела ролики, да, это чем, ну, это смешанные, есть и смешанные классы, и есть информация, ну, касательно там, как предохраняться от беременности женщине или мужчине там. Дякую. Ну, это уже раздельные группы, да. Дякую. Пане Олеже, запитання до вас. Ви самі згадували про релігійність України, про Біблію. Водночас, на вашу думку, якщо ми там в школах, в освіті будемо акцентувати саме на релігіозності, це буде впливати якось на сексуальну освіту українців? Чому запитую і конкретизую? Наприклад, в Біблії водночас говориться, що мастурбація – це гріх. Да, і фактично Біблія впливатиме на сексуальну освіту, статеву освіту дітей. Тобто, як це співставити? Чи це доречно, чи недоречно? Ваша Понимаете, думка. Для того, чтобы... Ну, во-первых, мне само слово «религия» тоже не сильно нравится, режет слух. Человек либо верующий, либо неверующий. Угу. Если у нас фундамент, да, общества христианское, то мы либо веруем в Христа, либо не веруем. Это как бы отдельная тема. Теперь по поводу того, что вы сказали по поводу мастурбации. Да, действительно, в Ветхом Завете даже был, да, наказан Анан за то, что он творил то, что вы называли. Но понимаете, Ветхий Завет, Новый Завет – это заветы разные. То есть нужно понимать дух Библии. Когда в Новом Завете, например, написано то, что важно, да, вот ты верою спасешься. То есть если ты веришь в Бога, даже если ты грешишь, ты спасаешься, потому что позывы сердца у тебя к изменениям, в лучшую сторону, и ты меняешься, ты хочешь меняться, ты идешь этой дорогой. Да, ты можешь оступиться, ничего страшного. Праведника Бог подымет 77 раз, да, и подымет и снова. Но когда человек начинает вот становиться религиозным, а вот там написано, а смотрите, а вот тут вот Бог сказал уничтожить вот эти народы, оставить только свой, и вплоть до того, что и 5, и 10, и вот это нельзя, и это нельзя, и если мы будем говорить о Библии как о книге, которая только запрещает, ну это вообще абсурд. Это действительно религия уже. Угу. Ее нужно воспринимать как книгу, в которой написано как правильно. Как поступать нам? Бог же дал право выбора. Да выбирайте. Будете делать вот так вот, будете не защищаться, да, в сексе, к примеру, ну, получите то, что вот было только что озвучено моим визави. Получите беременность, которую вы не планировали, получите психологическую травму, о которой вы не знаете, как с ней бороться, получите гнев общества или непонятную помощь родителей, или гнев родителей и так далее. Либо выбирайте, ну, то, как положено, то есть воспитывайтесь постепенно, входите там в сексуальную жизнь, там, например, там, после 16, 18 или еще как-то, да, то есть как принято в обществе. Мы же пытаемся изменить то, что есть в обществе, всегда оно будет восприниматься в штыки. Делая то, что делается всегда, если это, ну, культурно, естественно, то вы не получите вот эти вот обременительных факторов. А если на протяжении вот этого вашего пути там, до 16 или до 18 летнего вас еще научат нормальные преподаватели, я смотрю, что очень хороший, я думаю, преподаватель вышел, да, бы завершил, да, там же, да. Из моего оппонента, я бы с удовольствием, например, отдал бы своего сына для того, чтобы она рассказала или посвятила в определенных вещах. Ну, я думаю, тогда будет все хорошо. Зрозуміло. Дякую. На цьому ми завершуємо третю частину наших дебатів. Підбиваємо підсумки. Шановні учасники, маєте 30 секунд максимум сказати, що не встигли, або ж підвести підсумки про стосовно своєї позиції, або ж позиції свого опонента. З чим згодні, з чим не згодні. Пані Олено, розпочинаємо з вас, будь ласка, 30 секунд максимум. Ну, я не знаю, все ли, я ничего не успела. Я могу говорить на эту тему неделю. И у меня, и я всегда говорю о том, что, ну, в это не нужно верить, это просто нужно знать. Я всегда пытаюсь приводить аргументы, ну, типа того, что вот, да, нормальная температура тела 36,6 градусов. Ну, она как-то...
всеми принято, да, никем не обсуждается. Ну и есть ориентир, как бы эталон, на котором, ну вот, да, люди там проверяют здоровье, там не здоровье, есть воспалительный процесс, нет воспалительного процесса. Вот, я бы, конечно, очень хотела, чтобы в нашем городе, ну не знаю, как-то система образования немножко повернулась в сторону и просвещения, да, психосексуального, потому что у меня были две попытки в школах скоро почитать, ходите. Да. Вот, ну, как бы это такое, пришли те, кто хотел, ну, и все, этим ничего не закончилось, да, и вот основной довод родителей не отдам, да, мне нужно, значит, или сама скажу, да, или нужно быть уверенным в качестве преподавания. А я приглашаю родителей на лекции, они тоже не приходят, потому что, ну, как бы считают, ну, это же как-то же все, мы же и так выросли. Ну, такой заколдованный круг, который мне бы хотелось, конечно, ну, как-то преодолеть, что ли, разрубить этот Гордіїв узел. Все, зрозуміло. Дякую. Пане Олеже, 30 секунд максимум, будь ласка, дуже мало часу. Я уже тогда как практик или как депутат скажу, который больше практик по применению чего-либо в сферу, в нашу жизнь, особенно со стороны чиновников. Скажу просто, подготовьте преподавателей, введите факультатив, дальше посмотрим. То есть не надо сразу рубить, сразу ввести и насильно вот всем. А если родители какие-то не согласны, то катастрофа. Почему они не согласны, такие нехорошие, скрепой мешают. Введите факультатив и посмотрим, как будет. Пусть пройдет год, два, три, получим ответную реакцию от детей, от родителей, и дальше уже можно будет двигаться или нет. Все зрозуміло, дякую. І на цьому ми завершуємо наші дебати. І нагадаю, ми обговорювали необхідність статевого виховання в українських школах. До зустрічі.